Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Так, ну что, бесплатно мы с тобой сделаем вращение. Скипетр. Плохой скипетр, на самом деле, слабенький. Так, и вроде бы как все. Хотя, подожди, есть еще бесплатное вращение. Так, оберегающий жезл. Ну, как ты видишь, он тоже слабоват будет. Ладно. Ну, мы не будем с тобой тратить монетки для того, чтобы ролить. Сегодня мы пойдем дальше в пещеру с тобой, в огненную. И, естественно, попробуем пройти как можно дальше. Три попытки у нас с помощью помощника. И одна попытка наша личная будет. Ну что же, вот здесь мы с тобой стоим в ожидании чуда какого-то. В ожидании чуда. Кстати, мы же здесь с тобой подрались, но... Ага, слушай, а давай-ка мы попробуем пройти здесь. Да, я думаю, будет эффективно здесь нам с тобой подраться. Возьмем... Я ведь могу помощь как-то взять? Или не могу? Ну, если, например, уберу. То есть здесь я помощь взять не могу. Так получается, да? Опа. Сундук. Сундук, блин, я уже обрадовался. Сейчас возьмем. Ага, взяли аж 30 раз. Ракушка, ребята, здесь у нас созрела. Так. Водоворот. Друзья мои, кто мне пишет, что здесь есть... Тайный уровень. Ребят, я прекрасно знаю, что там этот свин-осьминог. Я с ним уже дрался неоднократно. Ты можешь посмотреть прошлой серии и убедиться в этом сам. Вот как вот этого мага достать? Вот в чем вопрос. Так, где у нас подземелье-то? Я что-то не могу найти. А вот тут сколько мощей. Ох, а что это я... А как это я их пропустил-то? А ну-ка, в атаку. Это же, ребята, ну вообще халява, грубо говоря. А ну-ка. Почему я не взял бума? Извини меня. Бомба. А взял Матильду. Одуплились. Так, свин, хорош, успокойся. На тебе. Прописали. Слушай, а он крепок. Ну, ему крышка. В любом случае. На тебе. Ждем следующую партию. Бегут, бегут охламоны. Ну давай, Чак, наяривай. Шикарно. Ну-ка. Ну, я тебе скажу, очень даже неплохо. Так, что-то он хочет здесь сделать. И этот, ну я думаю, они не успеют, ребят. Они не успеют, потому что мы с тобой вот так вот сделаем. Бамс. Ух. Великолепно. И последняя волна. Этот с палочкой тут пришел. Ну, я вот так, наверное, начну. Ага. Отравляем. И вот так сделаю. Еще раз. Так, минус малыш. Ну, хорош, 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 успокойся. Жарабасик, успокойся. Минус. Ай-яй-яй, живучий-то какой. Ну, ему крышка, ребята, он отравлен. Плюс терновый куст на нем, все, видишь. И мы с тобой прошли. Я только одного не понимаю, почему раньше я этот уровень не мог пройти? Тут вообще ничего сложного нету. Так. Что нам выпадет? Камни и семечко. Окей. Так, а там дальше есть куда-то проход? Или это все, тупик? Сейчас посмотрим. Если есть куда-то еще можно пройти, мы с тобой пойдем дальше. Ага. Там сундук у нас, кстати. Можно мне как-то сундучок забрать, а, друзья мои? Блин, по-моему, нельзя, да? Не могу взять, ребят, его. А что тут? Ох, ё! 1047 мощей. Это ж с кем тут? Вот с этими двумя? А чё так жестко-то? Да сундук-то вы мне отдадите или нет? Нет, ребят, по-моему, они не отдадут мне сундук этот. Ладно. Так, камень пока целый. Так, а здесь у нас что? А, это реклама, да?
Нам выпадает сундук, а из него нам достается 60 пятачков и одна золотая монета. Окей. Так, ну что, мы пойдем, наверное, в пещеру все-таки, да? Я не могу найти эту пещеру. Вот здесь, наконец-то нашел. Так, вот она, ребят. Мы с тобой остановились на каком? На четвертом, по-моему, да? Это же. Видишь, самое удивительное, что некоторые говорят, что это бесконечное подземелье, а кто-то говорит, что оно конечное. Понимаешь? Пещера пятая, да, у нас с тобой выходит. Так, очередной бой. Ну что, будем драться? Здесь мы применим свина Хряковича нам в помощь. Так, уберем вот этого, возьмем бомба и будем атаковать. И надеюсь, у нас все здесь хорошо получится. Блин, это сколько нужно мощей, чтобы там пройти эти уровни? Так, а здесь у нас самураи. Ох, ё-моё. Это серьезные ребята. Что ты делаешь тут? Бу-бу. Слушай, их тут еще дофига так. Их дофигища здесь. Так, минус. Уклонился. Посмотри, что творят, а? Ну, если они так дальше пойдут, то меня тут разберут сейчас. Надо, по-моему, заканчивать уже с ними здесь. Так, а что ты делаешь? Хиляешь. Понял. Атакуем. Минус. Блин, еще живет. Так, мы его завалили. А этот все свою ветродуйку, да, запускает. На. И добивочный. Прекрасно. Так, следующая волна. Покажите мне ее. Ага. Но здесь, блин, здесь, наверное, мы с тобой сделаем вот так вот. Почти удачно, почти, ребята. Но не совсем. Этот рисанется через ход. Это будет плохо. Что он там делает? В невидимость его, да, воткнул. Так. И добили, все, прошли. Успели, так сказать, да? Ну давай, следующих хохломонов, где они там? Что-то вас тут много как-то. Блин, еще вот эта вот постепенная штука, которая нас бомбит, меня напрягает. Так, кому звездануть-то? Давай этому. Так, бомб, ты готов, надеюсь? Сейчас будем с тобой взрываться. Упал. Ах ты, гаденыш, лучник. Поехали. Раз. Перец готов. Прекрасно. Ай-яй-яй, как же он выжил-то? Но он выжил. Ух, бесит. Добьешь его? По красоте. Блин, мало здоровья, его бомба. Надо его хилять, что ли. Или иначе нас тут распетрушат. Так, где у меня хилка? Другое дело. Атака. Атака. И еще атака. Упал, молодец. Споткнулся, так скажем, да? Блин, вот самое бесявое, когда они, ребята, выпускают свой ветер. Тут еще, видишь, горит. У нас постоянно урон от огня идет. Замечательно, в принципе, ребята. Ай, чуть-чуть не хватило. Так, он сделал его в невидимость. Бесявый-то какой, а? Ну-ка. Не добьем. Не получится. Да чтоб тебя, блин. Ред, ты держись там у меня. Последняя волна, ребята, смотрим, кто здесь. Ага, явились. Слушай, нам нужно лечить. Иначе крышка будет. Так, погнали. Раз. Два-с. И три-с. Надо было, наверное, перец применять.
Ладно, успеем еще перец с тобой применить сейчас. Ну что, бумкаем, да? В плане, поэтому даже вообще не попал урон, прикинь. Так, что он сейчас при... Ох, ё-моё. Что, он еще и атаку понизил нам, да? Точно, ребята. Он понизил нам атаку. Сейчас этот еще встанет. Уже встал. Предположим. Окей. Фух. Успели, друзья мои. Успели мы пройти с вами. Слушай, скоро 40 уровень мы получим, кстати. На 3 звездочки. Замечательно. Так. Ну что, будем с тобой пытаться получить этот рецепт лука? Давай, разочек. Сролим. Ну, фиг с ним, еще разочек. Вот, достался. Ну что, давай двигаться с тобой дальше. Одна, как говорится, попыточка у нас с тобой прошла успешно. Еще остается у нас 3. Плюс сундук, верно? Мы же там сундук получили. Единственная проблема — это взять его. Вот постоянно вот так вот ребята стоят они, и фиг ты к нему притронешься, к этому сундуку. Видишь, вот как вот мне его взять? Во-во-во-во-во. Нифига тут. Слушай, надавали неплохо. Мастерство повышено. Слушай, а нам тут еще идти и идти, кстати. Не чтобы вот так вот, да, напрямки. Ну, фигушки там. Ладно. 678 мощей. Ёлки-то палки. Ну что, нам Индиана Свинс. Выбираем его. Поехали. Да. Бой будет, наверное, нелегким. Тем более, сам знаешь, да, что здесь огонь постоянно жарит нам задницу. Тут еще и кактус. Так, этот у нас воскрешается, да, постоянно. Так, попробуем завалить этого вначале. Ах ты, гаденыш. Да успокойся. Вот мелкие засранцы, а. Этот урон постоянный просто вымораживает меня. Так, сколько здесь, кстати, противников? Я что-то не обратил внимания. А, тут 3 волны. Слушай, я думаю, мы выживем здесь. Справимся с этими охламонами. Но, правда, чака разбирает вообще на изи. Смотри. Так. Сюда. Подожди, бомбанем. Отлично, справились. 40-й уровень дайте, пожалуйста, мне. Ага. Как же вот это раздражает, а? Что, может быть, нам защиту с тобой поставить, а? Пока. Может, так оно будет лучше? Так, ага. Сразу на бомба, да, переключились. Ты посмотри. Смотри, что творят. Эй-эй-эй, партизан, ты успокойся. Что ты там собрался делать? Что ты уже там задумал? Да ну, блин. Они сильные здесь какие-то. Вот бейте Инди. Ага. Погнали. Почти. Почти. Вырубили. Так, еще 2 партизана здесь. Есть, ребята, 40-й уровень получили. Так, я не буду тратить перец. Я их так завалю. Этих малышей-клопышей. Да в плане, блин, не добил чуть-чуть. Ну как так может быть? Там совсем капелька оставалась ему. Ну, где там вражина? Сейчас сразу с тобой бомбочку, наверное, будем применять. Сразу же, да? Поехали. На-ка. Ага. Вырубаем. Атакуем. Этот через 3 хода встанет. Что он там сделал? Блин, контратаку, что ли, поставили? Да ну. Нет, не контратака, а что же это у них там стоит такое? Так. А, усиленная атака, скорее всего, да, ребят, скорее всего, усиленная. Но это ему не поможет. Фух, справились, справились. И это круто. Так, ребята. Вот с той иной. Смотрим. Ну, ребята, уже не могу разрулить, поэтому что выпало нам, то выпало.
Так, еще два боя у нас. Я думаю, что сейчас следующий бой нам лучше сделать, наверное, с помощью наших бонусов. Так, птичья сила. Отлично. Что это? Безумная комбо. Вот смотри, они включают сюда донат. Да, безумная комбо, донат. Но половина в игре функции не работает. Вот что обидно. Смысл покупать, да, все это? Ну что, друзья мои, идем сюда. И тут мы будем брать 20% бонус. Слушай-ка, а нам, по-моему, не хватит с тобой. Посмотри, 423 мощи против 686. Это при том, что я использовал свой бонус, да? То есть, если я возьму принца Сала, тогда мы выиграем, скорее всего, но... Это будет наш последний тогда, получается, бой, да? Получается так, я выбираю, конечно, ребята. Ну, сам понимаешь, иначе никак мне не справиться. Это офигеть, это я с бонусом, с потраченным. Ох, ё, тут еще и... Тут еще и эти, которые воскрешаются. Слушай, это паршиво. Их надо как можно быстрее валить. Ё-моё. Офигеть. Как вот мне успеть их всех быстренько завалить здесь? Вот объясни мне. Этот сейчас встанет, да? Блин. Так, ладно, пытаемся. Вали этого. Хрен там у тебя получилось, да? Сейчас вот этот встанет. У нас есть взрыв. Вот это нам и поможет. Да. Справились. Окей. Двигаемся с тобой дальше. Маг, Инди, мумия. Наверное, с мага начнем, да? Прекрасно. Так, что он сделал? Вот это контратака, по-моему. Поэтому Индиана надо валить. Видишь? Контратакует. Ах ты, гаденыш. Вот как вот мне его атаковать? А, все, он не успел ничего сделать. Нормуль. Так, ну что, бежим с тобой дальше. Так, ну что, бомбочку, наверное, тут применять придется нам. Мне кажется, так. Давай вот сюда бомбанем. Ну и сделаем небольшой взрыв. Блин, маги выжили. Этот отдуплился, вот. Маги плюс воришка, вот это плохо. Что он там делает? Непонятно. Ладно, валим этого. Этого. И вон того ханорика. Все. Груда монет. Так, двигаемся дальше. Еще две волны. Так, этот свин-кактус. Свин-кактус. Надо его попробовать сейчас нахлобучить. Так, и остается у нас мумии. Плюс вот этот вот воришка. Археолог, да, получается. Блин, свиноты, вы достали уже, а? А этот что у меня в отключке? Скажи-ка мне на милость. Чё он в отключке-то? Эй, Сала. Что свисало? Я не пойму. Смотри, они почему-то все бомбы атакуют. Я думаю, нет смысла пока здесь, ребята, это тратить. Ага. Добей его, пожалуйста. Есть. А вот на последней волне мы с тобой применим наш супер-перец. И сделаем офигенный взрыв. Давай-ка... Ну... Попробуем. Прекрасно. Одного сразу в минус. Я думаю, этого тоже. Ну что, маг кислых щей, он здесь ничего один сделать не сможет. А мы его с удовольствием сейчас накажем. Вот так вот это делается, друзья мои. Единственное, что мы с тобой все попытки потратили, и продвинуться мы уже дальше не сможем. Потому что у нас нету даже с тобой подкрепления, так скажем. Опа. Отлично. Единственное, что я могу предложить, это побегать по карте, ну что-нибудь посмотреть. Хотя там такие уровни тоже пошли, которые, в принципе, невозможно пройти без помощи. Согласись.
Здесь нам явно с тобой делать нечего, поэтому выходим наружу. Так, а что это у нас тут за новости какие-то? Нет запланированных событий. Свиньи отдыхают от облав и развлекаются. Оставайтесь с нами и ждите новых событий. Да, если бы они были бы какие-нибудь события, конечно, мы ждали бы их с удовольствием. Но так как... Я не знаю, что они... А прикиньте, друзья мои, может быть, они просто хотят переделать игру полностью. Но это, конечно, из жанра фантастики. Что они тут будут переделывать? Слушай, а вот этот вот, почему я не прошел на 3 звезды? Скажи-ка мне на милость, а? Так, сколько здесь можно взять? Всего лишь 2? Или все-таки 3? Ага, слушай, если мы с тобой попробуем сейчас вот этот пройти. Я думаю, шанс есть, да? А, нет, ребят, тут вдвоем нужно. Так, и нанимать. Нанимать я никого не хочу. Блин, как же обидно, а? Я бы с удовольствием был здесь вот на элитке 1500 свинской мощи. На обычной, как ты видишь, 450. Ну давай просто хотя бы глянем. Просто посмотрим. Мне вот интересно, что здесь вообще за команда. Ох, ё-моё. Не знаю. Как тут вообще? Раз, два, три, четыре, пять волн. Че они тут созревают? Смотри-ка, этот на бомба метит, этот на реда. Что вы там замышляете? О, да они еще и... Они еще и крепкие, их фиг разберешь. Фига там груда монет. Ох, ничего себе, он отхиливается, ты прикинь. Еще и отравляет. С критом пролетело. Ну да, тут, ребята, жестко. Тут все жестко. Фига отравление отнимает нас. Нет, ну понятное дело, тут мы с собой. Хотя, погоди-ка. Ага. А, он же еще оживет же, елки-палки. Ты посмотри, как отравление отнимает, сколько здоровья. С первой волной справились. Ну, допустим. Второй этаж, да, типа? Блин, и все зомби, а? Ох, это еще крепче. Так, хочет бомбу атаковать. Не, ребята, у нас тут такие урон сейчас, такой урон идет, что нам не вариант здесь вообще, ребята, что-то сделать. Сейчас будет... Ать! Вырубил, прикинь. Даже мага суператакой не завалили. Все, крышка. Ну, ты понимаешь, да, что нам... Что нам здесь с тобой, ну, не выиграть своими силенками. Тут нужна, естественно, помощь. О, еще и призыв сделали, все. Даже Реда не пожалели. Да, вот это заявочки, ребята. Вот это офигенные заявочки. Но все равно как-то надо проходить это. Было бы у нас с тобой вооружение офигенное, да? Утешительный приз, капельку мне дали одну водяную. Типа на, не плачь только, да? Трындец, трындец. А больше таких вот уровней, которые бы я мог себе позволить просто пройти, по-моему, и нету. Что у нас тут у орла? Мастерство, ну давай вот это вот возьму. И вот это вот возьму. Все, что за монетки, я могу, за пятачки я могу себе позволить взять. Видишь, идет прокачка. Все. Так, повышено мастерство. О, видишь? На следующий уровень повысилось мастерство у нас. Что это за сундук такой, интересно? Угу. Донатный сундук. Никаких камушков, ничего я здесь взять не могу, да? То есть одну только ракушку мы с тобой открыли, и все. Остальное абсолютно все в откатах. Вот эту ракушку мы с тобой открывали. Ну и все. Или вот эту мы открывали, я уже не помню даже. Арена не работает, блин. Как бы на арене можно было бы потусоваться, да? Но арена, по-моему, закрыта. Я сейчас проверю еще. Ну, вряд ли ее, конечно, открыли. Арена закрыта, на доработку написано.
И, естественно, здесь я тоже ничего не могу получить. Видишь, не работает, даже рекламу не могу глянуть. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда будем с вами закругляться. Серия получилась коротенькая, но это уже, как говорится, не по моей вине. Обязательно продолжим, но уже в следующей серии. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.